проехали Брянск, остановились, купили кофе, заправились. Осталось у нас ехать 210 километров до Гомеля, прям до точки назначения. Интернет паршивый. У меня многие спросили по поводу колбасок, понравились или нет. Понравились все, кроме вот последней, там со вкусом сальсы. Я не могла подумать, что это будет не со вкусом сальсы, а со вкусом острого, жгучего вулканоперца. Понимаете? Но мы съели все равно. Что еще? Я позволила себе съесть маленький сникерс. Я вам показала, к сожалению, упаковку брала. Вот, знаете, первый раз я его в жизни увидела. Вот такие маленькие тоненькие сникерсы. А, сейчас покажу. Сейчас. Погодите, друзья мои, у меня же есть закромах-то. Сейчас. О! Вы видели когда-нибудь такие? Я нет. В общем, вот такой сникерс я съела. Будем считать, что у меня сегодня читмил. Я не уверена, что мы успеем в ресторан. До скольки он там работает, неизвестно. Нам еще ехать долго. И плюс по Беларуси ехать еще тоже долго. Там очень медленно. Ну, в общем, вот такой сникерс я съела. Ни о чем не жалею. Хорошего вечера, дорогие мои. Мы все еще